Приветствую всех любителей кино. Пробежимся по новостям индустрии. Кинотеатры в США по-прежнему закрыты. После такого долгого простоя возобновить работу смогут далеко не все. Только по официальным данным, уведомления о сокращении в связи с пандемией получили 45 тысяч работников крупнейших американских киносетей. Отсутствие гигантского кинорынка сказывается на всей индустрии. Дистрибьюторы отказываются выпускать крупные проекты. Перечислять отмененные релизы можно бесконечно. Достаточно сказать, что мы так и не увидим долгожданную «Дюну», которую все-таки сдвинули на целый год. В связи с этими событиями в корпорации Disney запустили масштабнейшую реструктуризацию. Уже сейчас стало известно, что главной целью будет уход от кинотеатральных премьер в стриминг. Проще говоря, станет больше онлайн-премьер. И можно рассчитывать, что многие из блокбастеров, которые мы так и не увидели в этом году, будут показаны в интернете. Ждем больших анонсов в ближайшее время. Вышел первый трейлер нового кроссовера, который объединяет вокруг Анджелины Джоли сразу двух книжных героев – Питера Пэна и Алису в «Стране чудес». Нам всем порой храбрость не помешает. Это невероятная история брата и сестры, мечтающих о приключениях. Подождите меня! Алиса и Питер Пэн. Творившие еще в 19 веке писатели Льюис Кэрролл и Джеймс Барри точно не могли представить своих героев в таком неожиданном воплощении. Посмотрим, полюбятся ли новые образы зрителям. Играют, поют, а как вас зовут? Питер, вот увидишь! Питер Пэн и Алиса в «Стране чудес». Казахстан снова в тренде. Любимый герой Нурсултана Назарбаева, журналист Сагдеев, триумфально возвращается. В картине под названием «Следующий фильм о Барате». Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народам Казахстана. А где вся народ? Так все по домам сидят, чтоб вирус не распространялся. Ты меня к себе в хату звать? Да хоть бы карантин не кончай совсем. Хотя Казахстан хорошая страна, есть проблемы немножко. Экономический, социальный и евреев. На этом все. Оставайтесь с нами. Царь во дворца, царь во дворца.